Если взглянуть на нее с одной стороны, то мы заметим лишь то, что это гадкое существо с мокрой и холодной кожей. К тому же у нее еще малопривлекательная лупоглазая мордочка и лапки с перепонками. Но с другой стороны, если поближе к ней присмотреться и не... По утонченности своих нарядов и изяществу движения лягушка не уступит даже самой царевне. Они даже могут быть отнесены к числу наиболее привлекательных существ на планете. Лягушки хорошо и широко освоили нашу планету. Встретить их можно не только на водоемах или болотах, как мы все привыкли. По утонченности своих нарядов и изяществу движения лягушки не уступит даже самой царевне. Они даже могут быть отнесены к числу наиболее привлекательных существ на планете. Лягушки хорошо и широко освоили нашу планету. Встретить их можно не только на водоемах и болотах, как мы все привыкли, но даже в глубинах. Ну, конечно, для аэропорта должен быть большой существ. Проживают они в крупных городах и районах, куда не попало на горячий человек. Лягушки — это амфибии, населяющие почти все части мира. Они обитают повсюду, водоемах и болотах, на земле, даже на глубине каких-то твердых лагерей. Рождение лягушки Каэру. Совершенно верно. Сеть — это самый верхний слой реального мира. А тело в мире реальном всего лишь голограмма, облик которой определяет информация в сети и которая исчерпывает этим определением. Потому что человеческое сознание всего лишь физический феномен, объясняемый циркуляцией электрических сигналов по синапсам головного мозга. Смысл существования в плоти заключается лишь в том, чтобы подтвердить твое бытие. Скажите правду. Thank you.
Накладываю информацию. Проект потерпел провал. Счастливой жизни, Кайру.